и я отъеду от спазмов в голове. Болезнь дочки Ларисы Гузеевой прогрессирует. Лёля пожаловалась подписчикам на сильные головные боли. Ранее Лариса Гузеева сообщала, что у ее 19-летней дочери обнаружили доброкачественную опухоль. Девушка уже переносила операцию по удалению опухоли, но, как оказалось, это было только начало. Оля ошарашила сеть своим заявлением о том, что ей грозит вторая операция по удалению опухоли. Вероятнее, Оля пребывает в депрессии, распишет, что ее организм не заслуживает счастья. Гузеева переживает, ведь это единственная дочка ведущей. На этот раз Оля пожаловалась подписчикам на сильные головные боли. «Я отъеду от спазмов в голове», – сообщила Лёля фанатам. Неужели злосчастная болезнь дочки Гузеевой прогрессирует? Конечно, проводить все свободное время в больнице – не лучшее времяпровождение, но это необходимая мера. Вероятно, у современной медицины пока нет ответа, как развивается болезнь, поскольку на тот момент врачи сообщали о полном удалении опухоли, а сейчас только разводят руками. Вместо того, чтобы лечь на обследование, девушка развлекается со своими друзьями, ведет неправильный образ жизни. Многие обозреватели заметили, что девушка очень своенравная и странная. Страничка Оли в Инстаграм – сплошная депрессия, со слов инсайдеров, когда Лариса показывает дочь, она ведет себя неадекватно. Лёля не особо слушает мать, видимо, из-за того, что в должное время Гузеева занималась карьерой, а не детьми. Из-за того, что звездная семья не может справиться с недугом, Лариса часто срывается на съемках «Давай поженимся».